Вопрос из социальных сетей, из Facebook. Амит Мадан спрашивает: «В этот век материализма подлинная любовь исчезает из нашей жизни. В основном любовь, которую мы получаем от других и выражаем сами, поверхностна. Как мы можем усилить чувство настоящей любви в нашей жизни и жизнях других людей?» Забудьте про других. Если вы научитесь быть любящими по своей природе, не из-за кого-то или чего-то. Я знаю, что вопрос из Facebook, так что существует невероятная возможность. Вы можете любить даже тех, кого не существует. Поэтому я говорю, что есть невероятная возможность. Так что, если вы просто станете любовью, вместо того, чтобы любить кого-то, тогда вы познаете природу любви. Если вы любите кого-то, то эта любовь изменчива, потому что ни один человек никогда не будет на 100% таким, каким вы хотите его видеть. Вас разочарует каждый человек на планете, поверьте мне. Не потому что они будут делать что-то неправильно, но потому что никто не в состоянии удовлетворить нереалистичные ожидания, которые вы имеете по отношению к ним. Это просто невозможно. Вы сами когда-либо смогли полностью удовлетворить чьи-то ожидания? Только частично, но никогда на 100%, не так ли? Так что и никто другой не сможет это сделать, если только вы не такой безнадежный романтик, что все еще ждете, что откуда-то появится идеальный человек. Нет, поверьте, кто бы ни появился, я хочу, чтобы вы знали, что идеальные люди, которым вы поклоняетесь, когда Кришна был жив, его жены были постоянно недовольны. Что уж говорить о нас, пожалуйста, помните об этом.